Друзья, всем привет! Это видео будет полезно посмотреть и тем, кто регистрировался в проекте Giftbox, и тем, кто еще сюда, друзья, не зашел. Те, кто еще сюда не зашел и не в курсе, что это за проект, кто хочет, друзья, можете зарегистрироваться. Ссылку я на всякий случай оставлю под видео. Там регистрация простая, ничего сложного. А теперь информация, друзья, для тех, кто уже на этом проекте. Так, забыл сказать, для новичков, да, здесь за регистрацию дают 1000 гифт токенов, друзья. Так, теперь что касается обновлений. Вышло у них, вот, обновился у них кабинет, да, как написано, обновили они версию проекта до 2.0, версия такая, да. И вот так выглядит кабинет, он улучшился, да, уже такой приличный стал, профессиональный, так скажем. И в чем же здесь, друзья, обновление? Здесь стала возможность получать ежедневно, друзья, бонус за вход. Ну, то есть ежедневно, каждый день вы входите и собираете бонусы. Так, вот вы должны будете войти в свой новый кабинет. Там вас попросят войти с помощью телефона, либо же почтового ящика. И вводите свой старый пароль, нажимаете «Войти», да, и у вас откроется там поле, куда нужно будет ввести эфириум кошелек. Но я, друзья, его там вписал, но жал на кнопку несколько раз, ничего не происходило, и поэтому я просто этот пункт пропустил. Вы же можете попробовать, может у вас что-то и получится. И вот здесь, друзья, написано, у вас потом выскочит такое окно. Так, ежедневно войдя, получите один шанс лотереи. Там не Так, туда-сюда. И вот, друзья, участвую в розыгрыше, чтобы получить призы. То есть даже есть такая возможность, друзья, за ежедневный вход, как я понял, получить и биткоины, и эфириумы. Ну, ихний гифт, как получается, даже какой-то iPhone X можно, друзья, выиграть. И так далее здесь написано. После этого нажимаете «Расписаться» одним кликом. И вас перебрасывает вот сюда, где вам уже будет выдан бонус. Вот я сегодня зашел, это я скриншоты посохранял, да, чтобы вам показать. Вот я получил их 10 гифт токенов за сегодняшний вход. Так, автоматически помещен ваш кошелек. Позже проверяйте. Так, и друзья за приглашение. А, это ясно. Вот, короче, нажимаете эту кнопку. Так, давайте это все закрою. Вот, откроется у вас вот эта страница для приглашения партнеров. Здесь за приглашение друзей дают по 100 токенов за каждого, друзья. Так, и если верить вот ихнему этому, вот этой надписи, да, что один gift токен равняется 20 центам. Ну, фиг его знает. Друзья, если за регистрацию 1000 токенов, это получается 10 долларов, я так понял. За каждого партнера, друзья, по 10 долларов. Ну, неплохо. И вот за ежедневный вход, да, 10 токенов я получил, получается 1 доллар. Это если верить ихним этим надписям, друзья. Реферальная ссылка вот будет здесь снизу. Так, это таблица приглашений. Я уже в этом проекте давно. И у меня, посмотрите, сколько уже сюда пригласил. Да, вот первый уровень 59 человек. И вот эти люди с первого уровня пригласили уже себе 405 людей. Эти люди потом пригласили 578. И в результате получилось, что шестой уровень у меня уже 2218 партнеров. Что довольно-таки неплохо. Так. Так, что-то я еще хотел. А, так, вот в разделе «Мой кошелек»
Тут тоже все написано, что да, там регистрация 1000 токенов, за друга 100 токенов. И вот тут какие-то приходы, расходы ихние тут описаны. Так, мой кошелек. Вот здесь будет ваш кошелек. Вот гифт. На данный момент у меня уже 109 этих токенов. Так, BTC 0, EOS 0, Ethereum 0. Так, друзья, вот гифтбокс. Что это вообще, друзья, за такая площадка? Так, вот гифтбокс, тут BTC 100 биткоинов. Но это, я так понял, это у них на проекте вот эти суммы все содержатся, то есть в их распоряжении, да, тут эфира 1000, эуса токенов 100 тысяч, аж там какие-то еще другие токены. Это, по-моему, то, что у них на проекте здесь. Так, давайте вернемся в кошелек. Так, присоединиться к сообществу. Здесь вот написано, что так, привязать Telegram, заработать 100 гифт токенов. Но я, друзья, что-то не разобрался. Да, вот я перешел по этой ссылке, там это получается бот, там нажимаешь старт. Потом он тебе пишет, там ссылку дает, вступите в эту группу. Я вступил, возвратился, и что-то ничего мне здесь не начислили. Ну, не столь важно. Кому интересно, можете еще попробовать. Так, вот ссылка, кстати, и здесь ваша будет. Читал я, читал, друзья, вот в этих, да, так, в факах этих, о них, что это, ну, так я до конца и не разобрался, непонятно там написано, что это, как оно здесь будет. Но если проект развивается, обновилась у них версия до 2.0, да, ну, что будет дальше, посмотрим, друзья. А пока ссылочку, кто еще не в этом проекте, оставлю под видео, да, а те, кто уже в этом здесь зарегистрированы, зайдите, посмотрите здесь, пробегитесь по этому кабинету и заходите каждый день, собирайте свои бесплатные бонусы. Все, друзья, на этом пока все, до связи.